Цель встречи – обсудить основные параметры бюджета и обобщить предложения по его корректировке. Глава управления финансов Гагаузии Татьяна Дойчева озвучила ключевые цифры основного финансового документа. 1 миллиард 566 миллионов 306 500 леев по расходам и такое же число по доходам. 1 миллиард 566 миллионов 306 500 леев. Проект сбалансирован, дефицита не предусматривает. Приоритетными направлениями финансирования остаются социальная поддержка, развитие здравоохранения, образование, реализация инфраструктурных проектов. Что касается доходной части проекта бюджета, то она на 25-й год включает все налоги, сборы и другие доходы, которые предусмотрены действующим законодательством. И сформирована из общих доходов в сумме 657 миллионов 333 тысячи 700 рублей или 42% от общего объема доходной части, а также транспортов из государственного бюджета в сумме 908 миллионов 972 тысячи 800 леев или 58% от общей суммы доходной части проекта бюджета. В мероприятии приняли участие члены исполкома Гагаузии, депутаты НСГ, представители общественных организаций. Среди ключевых тем, поднятых участниками слушаний, стали работа персональных ассистентов, увеличение расходов на благоустройство территорий и ремонт дорог, водообеспечение и другие. Работа сделана огромная и кропотливая, действительно, учитывая те сложности, в которых мы находимся. Нужно каждой статье бюджета, основному закону, который принимается на весь год, уже жизнеспособность нашей автономии, подходить очень скрупулезно и детально, учитывая с теми вызовами, которыми мы столкнулись в этом году, и учитывая, что как раз остались последние месяцы. Илья Узун, заместитель председателя исполкома Гагаузии, отметил, что открытые обсуждения помогают повысить прозрачность бюджетного процесса. Все предложения будут переданы в профильные комиссии для детального анализа. Окончательный проект бюджета будет вынесен на рассмотрение депутатов Народного собрания Гагаузии. Екатерина Михайлова, Александр Глеков, Мария Казаку, новости ГРТ.